Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 469 под пунктом 2. Поле было засеяно за 3 дня. В первый день было засеяно 1 шестая поля. Во второй день 3 восьмых всего поля. Какая часть всего поля была засеяна в третий день? То есть третий день, сколько засеяли, неизвестно. А все поле мы обозначим за единицу. Это все поле. Ну и тогда понятно, как найти ту часть поля, которую засеяли в третий день. Нужно из единицы вычесть ту часть поля, которую засеяли в первый и второй день. И первым действием давайте выясним, сколько засеяли в первый и во второй день вместе. Для этого 1 шестую и 3 восьмых нужно сложить. И нужно привести дроби к общему знаменателю. И здесь общий знаменатель будет 24. И чтобы привести дроби к общему знаменателю 24, нужно 1 шестую домножить на 4, а 3 восьмых на 3. 1 на 4 – 4, 3 на 3 – 9. 4 24 и 9 24 складываем. Знаменатель оставляем тем же, 24. Складываем только числители 4 плюс 9 – 13. 13 24 поля засеяли за 2 дня. Ну и вторым действием найдем, сколько засеяли в третий день. Нужно из единицы, то есть из всего поля, вычесть ту часть, которую засеяли за первые 2 дня, 13, 24. Единицу представляем как дробь со знаменателем 24, это будет 24, 24 и минус 13, 24. 24 минус 13, 11. А знаменатель остается тот же. 24, 11, 24 поля засеяли в третий день. И на вопрос задачи, на вот этот вопрос, мы с вами ответ дали. Поэтому записываем ответ 11, 24 поля. Решили задание 469 под пунктом 2. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.